Оплатить проезд через мобильное приложение теперь можно во всех городских автобусах Пинска. Новую систему оплаты внедрили 1 апреля. Первоначально она работала в тестовом режиме на двух регулярных маршрутах – номер 4 и номер 13. По городу с опознаваемыми наклейками курсировали 30 автобусов. Их пассажиры могли войти в приложение «Оплати», сканировать QR-код и в один клик купить электронный билет. Тестовый период длился недолго. С 11 апреля все 100% городских автобусов оформлены, то есть там размещены QR-коды, и 100% маршрутов городских можно произвести оплату проезда, кроме маршрутов номер 24, 24А, 27, 44 и отдельные рейсы на маршруте номер 14. Данные маршруты пригородные. В перспективе на автобусах, их обслуживающих, также появятся логотипы мобильного приложения «Оплати транспорт». По информации Пинского автобусного парка, ежедневно посредством QR-кода проезд оплачивает 250 пассажиров. Это уже в 3 раза больше, чем было на начальном этапе внедрения системы.